festival. Не просто так вышел на сцену босиком. Жаль. Да. Что-то другое, когда босиком как-то по-другому ощущается вообще игра. Это многие музыканты замечают эту особенность. Вот. Наверное, это связь с землей, какие-то каналы открываются. Вот. То есть вы заметили, что когда играешь босиком, игра носит другой совсем характер, чем когда ты играешь в угол. Ты не зачехлен, скажем так. Thank you.
на сцену Дмитрия Игнатова, вот он сам уже выходит. Еще раз немного об инструментах. То, что мы сейчас для вас сыграли, это как наши собственные произведения. Вот первое — это «Танбак Пендир Диалог», диалог между двумя барабанами. Вот. И второе — это соло. Вот. Это называется томбак, иранский классический инструмент. Его преподают в Иране, в консерватории, как фано, как виолончель, также 10 лет. Вот это не просто как такой барабан. Вот. А второй инструмент — frame drum, переводится рамочный барабан, уже очень распространен в России тоже. И считается самым древним как барабаном, ну, наверное, потому что у него наиболее простая конструкция. Но видите, при такой конструкции огромный диапазон звучания, и он имеет, получается, такой медитативный звук, и пространство заполняет собой целиком. Вот. И сейчас мы сыграем для вас композицию, о которой Митя сам расскажет. Композиция называется «Севастополь». Когда я ее придумывал, я представлял тыльные камни Хасанеса, солнце и жизнь.
Посвящается всем рекам мира. Thank you.
следующая композиция называется «Конструктор». Это композиция про наш современный урбанистический мир. Вот, какой в нем творится хаос, и при этом в нем есть определенная упорядоченность. И, конечно, эта упорядоченность, она ничего общего не имеет с душой. Вот, это относится больше к какому-то механическому мышлению. Ну, вы сейчас сами слушаете, подумайте на эту тему. Thank you.
хорошо вообще слышно. Сейчас будет следующая композиция, которая называется «Цветочек». Будет танцевать танцовщица, да, «Цветочек», танцовщица Яна Ямана. В стиле трагов физион. Thank you.
Я наверное. Спасибо. Теперь откуда ты из других времен прошлых? Перенесемся немножко в современное время. Перенесемся в пространство минимум тех. Да, у вас есть возможность вот сейчас во времени скакнуть, и вот оттуда, откуда-то издалека, полная акустика, никакой подзвучки почти. Сейчас мы немного освободим сцену, и после этого Небольшой перерыв, представим гостей. Может... Сейчас для вас играли Андрей Танзю. Филиппов. Яна Ямана вышла. Танцевала прекрасный танец. Спасибо вам. И на Бузуке, и на 16-дюймовом флор-доме для вас играл Дмитрий Игнатов. Один из наших любимых музыкантов, так сказать. Это второе отделение. И хочу вам представить Рео Коджи. Мацумото Зоку. Ребята проделали большой путь. У них уже был второй тур по России. Вот, и много разных городов. Вот, и наконец-то в завершении столица. И достойная встреча. Еще раз большое вам спасибо. Нам очень приятно. И у них есть диски, там где entrance, 600 for one CD, 2 за 1000, 1 за 600. Окей, enjoy.
Thank you.
Спасибо. Привет. А привет. Мы Мацумото Зок, группа японская музыкантов. Мы нет говорим по-русски, отлично. Sorry, until here, so we try to speak Russian. Now we try, we speak English. So if someone know the English and then if someone don't know the English, so please translate to your friend, okay? Да, конечно. Клюва чувак. So this is our last concert in the Russian tour 2015. We're really honored to perform here in Moscow again since 2014. So special big up for the Kiryu and the Andrei Soundgarden. Please make clap to them. So we couldn't perform without them. So they are really crazy, smashesha. thank you, from our heart, from Matsumoto Zok. Ato de si. Bratan. So we text you the journey while 1 hour. So this concert, not making good atmosphere just by us. So let's making great atmosphere and a great moment with you, all of you guys together, okay? Yeah. Okay? Yeah. Okay? Yeah? Good. All right, cool. So we continue this combined hand pan, the didgeridoo and the beatbox. So, close your eyes, feeling move, ride on the natural river of the sound.
Thank you.
So now we're changing the musical style. So it was a little bit like a relaxing. It was chill. So it was like a great mood for sleeping. Are you waking up? Oh, no. Are you waking up? Yeah, kuruta. So before we making the Matsumoto Zoku project, so I want to introduce now. So we were individual solo performer, like we were solo musician in the all over the world. And then like we play music alone in the all over the world, anywhere, United States, Russia, Australia, Japan, India, we meet in India. And then, so now we want to show you our solo possibility, because I think now you cannot recognize like which sound came from like which guy. So he do like I also like you know you cannot recognize it, right? So that's why now like a solo of the next guy. Azumi. Yes. So please big clap to him. Koji Matsumoto on the stage. This is a didgeridoo. Very, very noisy. I hope you will like it. Somehow I like so much, maybe, yes, I hope you feel the same. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Now you will see something amazing. He said, "Say more." So I introduce my partner from India, but he's Japanese. Bratan, at the DC, Leo Matsumoto. Chase you over.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna get you over hell. This is four sample with beat. Eto, four sample. Same. Zajavis. Patrucia. Yeah, now we do together again. Yeah. Can I have a reverb? Can I have a reverb? Reverb. Thank you.
Thank you very much. So thank you for journey with us until now. So next song, it will be last songs, and we changing the music style again. So it's going to be chill again. So if we want sleepy, maybe you can sleep with that song. Are you wake up? I don't know, nie. Are you wake up? Yeah. Are you wake up? Yeah. Хорошо. Russian power. Vodka power. So, thank you really much for Russian tour 2015. Again, really appreciate from our heart, from our dushi. So Russian people is torching a Kluvachwak, Tekluta. So hope we won't back next year again, 2016. So if someone like us, and then if you involved us in your venue, so we really keen to arrangement with you for next year. So please contact us, and all the detail is in the CD. CD. So if you like it, you will like CD for sure. So this is advertisement side of the Matsumoto Zoku. So next songs also from the CD. Maybe someone listened already, or someone saw the YouTube. Maybe you feeling the groove again in front of face to face. So called Made in New York. Right on the groove. Thank you.
Didgeridoo and hand pan, Coach Matsumoto. Rui Matsumoto Zoku. So big up for the Soundgarden again. So now we will do finale special session with the Soundgarden. Soundgarden on the stage.
Добрый вечер, друзья. Пока музыканты выходят на сцену, они просили меня рассказать о нашем большом друге Алексее Цепилове, который сегодня здесь. Это целитель, который долгие годы поднимает на ноги и лечит людей вокруг себя. Сейчас он сам оказался в сложной ситуации, у него рак крови. Мы рады, что он сумел сегодня прийти сюда, и просим просто поддержать его, похлопать. Вот здесь он сидит, будешь там, пожалуйста. Просто поддержать его, вот, поделиться с ним своей энергией, и всем, кто может послать ему лучики добра. Мы тебя любим, Леша. Будь здоров. Так, 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 так
Thank you.
Сыграем для вас последнюю вещь. Еще раз мы благодарны всем, кто сегодня пришел. Для нас это очень такое знаменательное событие, потому что мы правда хотели, чтобы ребята приехали, чтобы получился этот концерт. Спасибо большое. Вардан, Кадарбука с собой.
Thank you.
хочу сказать спасибо, мы все хотим сказать спасибо Алене, которая, собственно, как бы организатор всего этого выступления. Она где-то там. Большое спасибо. До встречи в июне 2016 года.